Здравствуйте, жители города Биг-Сити. Там что-то взрывается, ну ладно. Кстати, о взрывах. В городе слышали странные звуки. Вот они. Также на берегу был обнаружен вертолет. На улицах центра поймали мужчину с бензопилой. Снова перейдем к теме взрывов. Что-то случилось на заводе. Подробности неизвестны. На этом наш эфир закончен. До встречи!